По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сегодня в стране курит каждый третий. Большинство из них от 25 до 34 лет. С этой пагубной привычкой общество борется по-разному. Один из способов – проведение акции «За здоровый образ жизни». Как раз такая прошла в Люберцах 31 мая. В этот день мир отмечает День без табака. В городе его отпраздновали на площадке у Дворца спорта «Триумф» масштабным флешмобом. Курение наносит большой вред здоровью, и порядка 16% всех смертей в Российской Федерации происходит среди курильщиков. Поэтому администрация городского округа Люберцы организовала сегодня массовую зарядку с чемпионом, которая позволит детям научиться некоторым принципам здорового образа жизни, которые они в дальнейшем смогут использовать на постоянной основе. На зарядку с чемпионом вышли 500 ребят. Это воспитанники детских садов и школьники. Организаторы акции посчитали, что прививать любовь к здоровому образу жизни нужно с молоду. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.